картинок парк. Пойдем посмотрим, там динозавры. Первый динозавр. Кто же это такой? Смотрите, какой гигант. Привет, Глеб. Кто это такие? А ну, хотите, чтобы я попал туда? Конечно. Это динозавры. Пойдемте посмотрим. Следы динозавра. Следы динозавра? Смотрите, похоже, это какой-то хищник. Точно? Интересно, ребята, кто знает, какая это порода динозавра, как он называется, напишите нам в комментариях. А что он не дышит? Сейчас посмотрим. Что это такое? Он кричит. Это, похоже, птеродактиль. Смотри, он улыбается. Да? Это добрый динозавр, похоже. Смотрите, ребят, там яйца какие-то. А, Глеб убежал, испугался. Слышал? Видите, какие там яйца? Туда можно даже залезть. Давай, залазь, Глеб. Эй, ребята, привет! Ребят, привет! Ребята, опять! Тут следы от динозавров. Опять следы? Да. Давай посмотрим. Вот они. Кто там такой? Посмотри сам. А? Посмотри сам. Посмотреть? Ой, смотрите, какие у него зубы. Кто там? Слышишь, как рычит? Пойдем посмотрим, Глеб. Кто там? Смотри. О! Кто это, ребята? Не боитесь? Он тихенький, тихенький. Ой! Вот он! Смотрите, какой! Глеб! Мам, ну выйди, посмотри, вон, смотри кто. Еще раз, еще раз. Слышишь, как он кричит? Ай! О, какой! Ребята, кусучий, наверное. Смотрите, какие зубы огромные. Не бойтесь, не бойтесь. Они не настоящие, не бойтесь. Это барионикс. Видишь, какие зубы? Вот этого боишься? Не бойся, Глеб, иди сюда. Глеб забоялся этого динозавра, что он рычит на него. О, все, прибежал. А вот этого что, не боишься, Глеб? Смотрите, какой он. Ребята, какой-то рыжий. Он, наверное, очень быстро бегал, потому и у него вот такой плавник, хребет есть. Может, даже и плавал. Ну как, Лев, уже не страшно тебе? Пойдем. Спинозавр, видишь? Из-за того, что у него на спине такой плавник. Там птеродактиль, ребята. Птерозавр. Вот, там сзади летающий птерозавр. Чего, Глеб? Это мама, это кто? Детеныш у нее. Видишь? У них три маленьких детеныша. Один, второй, третий и папа огромный. Или мама, да? Кто думаешь, мама или папа это? Папа, а вон там мама спряталась. Там мама спряталась? Давайте посмотрим. Давайте, они траву кушали. Видишь, у него зубов нету. Рычит он очень сильно. Что такое? Ты слышишь звук? Да. Да, он наверху, смотри. Ой, Глеб, посмотри, какой высокий. Это папа их? Видишь, какая шея? Да.
брахиозавр. Он кушал листочки. Это анкилозавр. Смотрите, какой он. Шипастый весь. Видите? Он такой шипастый, у него шипы, колючки. Да. Это тоже ящер. Они все ящеры. Ребята, это птерозавр. Вы знали? У него, видите, какие крылья огромные? Это крылатый ящер. Смотри, какие яйца. Проход нельзя. Проход нельзя. Проход запрещен. Ребята, посмотрите! Ого! Ребята, посмотрите, какой у него фартух. Какие у него уши. Папа, смотри, кто у тебя сзади. Да смотри, кто спереди лучше. Смотри, какой он злой. Ого. Вот это ушки. У Глеба такие же ушки, видите? Как у этого динозавра. Ох, какой. Знаете, кто это? Дилофозавр. Он же моргает. Ох, какие у него лапы колючие, острые когти. А кто сидит в фонтанчике? Лягушки. Кто? Лягушки. Лягушки, квакушки. Смотрите, огляни задом. Ой, а тут еще какие-то, смотри. Еще какие-то. А, я понял, смотрите. Это добрый динозавр большой, а эти злые маленькие, они хотят его покусать. Видите? Неизвестно. Посмотри, что она делает. А эти его кусают. Видишь, у него какие кусачьи зубы. Напали на него. Кто это такие, Левочка? Это все динозавры. Это они жили очень давно. Они уже вымерли. А вы как думаете, почему вымерли динозавры? Напишите в комментариях. Подпишитесь на наш канал. Слышь, как рычит? Это анаконда. Или нет? Нет. Гигантская змея. Да. Это похож на нашего носорога, да? Который сейчас есть. Что? Злой. Этот злой? Да. Да, мы его видели. А видишь, как будто носорог. Ого. Какой-то злюка. А вот, смотри, какой. И вот они все рычат у нас, ребята. Боитесь? Ребята, а этот тиранозавр Рекс, это самый опасный и страшный динозавр. Он очень злой. У него длина 14 метров. Представляете, какой длинный у него хвост? И какая огромная зубастая пасть. А маленькие ручки у него, видите какие? Они недоразвиты, но зато зубы... Смотри, какие у него лапы. Да, действительно, ребят, пойдем, покажу вам лапы. Смотрите, какие. Ого-го, ничего себе. Он просто гигантский. Это, наверное, настоящую длину в натуральную. Точно один к одному. Ого! Такого вы еще не видели. Тиранозавр. Ого! А вот это, наверное, воюет против них всегда. Да? Они, наверное, как-то друг с другом всегда охотились друг на друга. Какой у него хвост, мама, смотри, видела? Сердечко, мне кажется. Он очень сильный хвост, он бил этим хвостом. Видите, дышит прям. Смотрите, дышит. Видите? Что, даже дышит? Да, смотрите. Не
дышит? Дышит. Да, дышит. Видите, дышит прям. Молодец. Ребят, вам понравился такой парк? Да. Ребят, следы. Опять следы? Точно, это именно от этого динозавра. Похож на мои. Да, тебе понравился такой парк? Да, кажется, он туда пошел. Точно, это этот динозавр пошел туда? Да нет. Лёв, а ты как? Испугался чуть-чуть? Да? Глеб, а ты испугался? Я испугался. Побывали в динопарке, теперь диношоп. Посмотрим, какие там есть игрушки. Папа, посмотри. Что это такое? Арбизы. Внутри. Давай. А здесь, смотри, здесь динозавры прямо внутри шариков. Волшебные мечи. Сколько стоит такая? 2000. 2 с чем-то. Ну что-то такое. Сколько динозавров здесь? Яйцо. Яйцо. Это все яйца динозавров. Видите? Разноцветные. Даже когти динозавров есть. Магическое? А здесь смотри, что шар надутый. Смотри, что мама нашла. Глеба сейчас укусит динозавр. Отстань. И хотите в динопарк? Ребята, вы хотите в динопарк? Хочешь в динопарк? Это сражение можно устраивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.